Российская кинологическая федерация, РКФ, составила рейтинг самых популярных пород собак уходящего года. На первом месте оказался немецкий шпиц, на втором – чихуахуа, на третьем – йоркширский терьер. Популярность этих пород можно объяснить тем, что чаще всего жители крупных городов заводят себе небольших по размеру собак, которых удобно содержать в квартире, сказал президент РКФ Владимир Голубев. В топ-10 также вошли следующие породы: немецкая овчарка, алабай, вельш корги пемброк, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, французский бульдог и мопс. Для составления такого рейтинга РКФ использует единую родословную книгу, в которой ежегодно регистрируют около 320 тысяч щенков. За последние несколько лет этот рейтинг менялся не сильно. Например, в этом году в него вошел мопс, который в прошлом году занимал 11-ю строчку. Но из рейтинга исчез сибирский хаски, в этот раз он оказался на 15-й строчке, хотя до этого 5 лет входил в первую десятку. Слева направо – немецкий шпиц, чихуахуа, йоркширский терьер. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.